Всем привет! Продолжаем играть в Майнкрафт. Вот он, наш мир, который мы создали сами. Кстати, в прошлой серии я не заметил главного. Я, оказывается, играл без текстур пака. Просто до этого я тоже снимал Майнкрафт, да, у меня там было все идеально настроено, текстур пак установлен. А потом я недавно, там примерно неделю назад, 2 недели назад, винду переустанавливал, Windows, да, ну, просто скопировал папку, вроде запустил, все работает. Оказывается, текстур пак не был установлен. То есть там надо было заново адрес прописать. Короче говоря, вот так вот. Такой у нас красивый текстур пак. Сейчас же он стоит, нормально, все. Да, вот он, хороший текстур пак. Ну что ж, let's go. Для начала нам нужно убить скелетов, которые нас обижают. Видите, они стоят в воде, да? А как их убить-то? Я так и не придумал. Блин. Давай, тварь тупая. Я не хочу подыхать, не хочу. Блин. Ладно, есть еще один вариант. Так, сейчас мы тогда отхилимся. Надо бы сделать нам лук. Для этого нужна нитка, да? Насколько я помню. Кстати, вот видите, вот такой у меня бажный герой. Это ерунда, это из-за текстур пака, не обращайте внимания, да? Он так выглядит. Ну-то, вот только он бажный, и все, остальное все нормальное. Если мы оденем нормальные там доспехи, то все будет красиво выглядеть. Все, let's go, сейчас тогда мы отхилимся, подождите секунду. И пойдем нагибать. Спасибо за комментарии, очень полезные у вас комментарии. Все комментарии к видео, к первому и второму выпуску я прочитал. Узнал новое, много нового полезного. Такие мелочи по хозяйству узнал. Как он быстро стреляет, так, господи, я не могу. Ладно, нет, сейчас все сделаем. Тяжело дойти, тяжело. Так, хилимся. Еще мне написали, что помните прошлая ловушка? Блин, я просил написать, как называется сокровищница, а мне написали, а я забыл. Данжи, по-моему, данжи, да? Я просто один раз прочитал и не запомнил. Данжи, ну как-то так. Короче говоря, прошлая сокровищница, которая домик был, сказали, что это нестандартно, оказывается, что это дополнение из-за мода. У-ху! Ой, я промахнулся. Ну как так, давай, братюня. Он спиной стреляет, матерь божья. Вот это скиллок. Не, я так сдохну, конечно, это не делал вообще, смотрите. Но здесь, конечно, знаменитый АИМ у всех стоит, то есть здесь скелеты ни разу в жизни не промахнутся. Ни разу, они даже спиной попадают, о чем здесь говорить. Да, все сложно. Также мне сказали, что можно из кактусов, если их пожарить, получить зеленую краску. Сделать зеленые кубики. Я хочу белый, синий, красный. Белый, синий. Блин, тогда она будет наоборот. Белый, синий, красный. Ну ладно. У нас много осталось стекла. Все, давайте уже закончим с этим говном. Это просто ужас. Сдохни, чем. Ой. У меня мало места, поэтому выкидываем. Нам нужны кости. Кости. Так, все, подобрали, да? Угу. А стрелу я могу подобрать? Какие-то стрелы, по-моему, я могу подбирать. Нет, не могу подобрать, она исчезла. Ну что ж, let's go. Красивый скин, гораздо красивее. Так, что мы сейчас делаем? Опять же, у нас полный... Смотрите, на моего героя. Ой. Что? What the fuck? Что это такое? Как оно живет? Это самое страшное существо в игре. Ладно. Опа. Сделаем следующее по фасту. Прям очень-очень быстро. Так, у нас... Блин, у меня камня нету. А, есть камень. Как всего у нас много. Что мы делаем? Мы делаем следующее. Берем камень. Так где же ты, сраный камень? Вот он камень, булыжник. Потом дерево есть. И мы сейчас сделаем вот так. Ну вот так даже сделаем. Опа, получим. Да, о, как много дерева получили. О, красота какая. Так, и сделаем одну клюшку. Клюшку. Как она делается, я не помню. Так, подождите, по-моему, вот так вот. Нет. Во! Во, все сделали. Мотыга.
Окей, тогда сделаем сразу, нам нужен еще один сундук. Опа, 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 оп, 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 оп. Все, нормально, я спел песенку, ария. Сделаем раз и два. То есть я сейчас буду делать сундуки, чтобы уже потом можно было сортировать. То есть, чтобы можно было сортировать. Ой. О, открывается. Нормально. Блин, у меня дыра в полу. Так. Хорошо, мы взяли мотыгу. У нас земля, по-моему, оставалась. Да, есть 5 земли. Можно уже, в принципе, сажать еду. Как вариант. Ничего я не пойму. А у меня 5 слотов нету, матерь божья. Откуда же только много всего-то? Вверху давайте я буду класть еду, которую можно приготовить. Или которая уже готова. Все. Все, мы освободили инвентарь. А, вот, все. А, ну и будут еще, смотри, сколько много. Окей. Нужно еще мне тогда поставить 2 сундука, и я буду полностью доволен. Давайте мы сейчас сделаем тогда вот так, вот так. Вот так, вот так, так, так. Вот так, вот, вот, вот так, вот, 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 вот. Окей, еще 2 сундука мы сделаем, и будет все идеально. Раз, два, три, пода, три. Так, все, окей, выбираем. Опа. Эти сраные стекла нам уже не нужны. Потом можем где-нибудь... А я здесь не могу, правильно? Да, здесь я не могу. То есть вплотную мы не можем поставить. Все, идеально. У нас теперь есть 4 сундука. А здесь мы можем, знаете, что сделать? Поставить факел. 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 Так. Вот эта шляпа и вот эта. Поставим факел. Потому что, насколько я помню, да, если эта территория не освещена, то есть мы построим дом, и не будет света, например, ночью, да, то здесь будут распавниться крипы. Это плохо. То есть мы можем там прийти с улицы, например, из шахты, прийти в дом, а здесь уже заспавнится крипер. Он взорвется, и все, аллах-бабах, ой. Ну, вы поняли, короче. Так, поэтому мы поставим сюда факел, чтобы было все красиво, пускай горит. Как все реалистично. Окей, так, здесь нам нужна лопата. Я опять не освободил инвентарь, но ладно. Лопата, все, здесь мы будем уже сажать еду. Правильно я понимаю? Так, 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 так. Я бы в бок сделал. Давайте мы тогда сделаем в бок. Ой, не то выкопал. Так, вот так вот, чик. Вот. Пойдем в бок по боля, начнем. Так уже темнеет, темнеет, темнеет. Оп, 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 оп. Оп, 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 оп. Нехило. Так, нам нужно кровать перенести. Почему у меня кровать стоит на улице? Где я? А, вот он. О, мое дерево выросло почти, отлично. Сейчас мы сделаем грядку, да? Это слишком быстро будет. Доли секунды просто. Потому что нам нужна еда, да? Которую мы сможем вырабатывать по кругу. То есть, выросло, собрали, выросло, собрали. Так. Здесь я, по идее, думаю сделать вот так. Пускай здесь будет одна вода тогда. Ага, здесь нам нужен песок будет. Вот так вот, да, все правильно. Вот, вот так вот. Вот, 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 вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот, видите, специально я сделал так, чтобы здесь шла вода. Когда мы будем собирать это дерьмо, смотрите, она уже растет, наверное. А, я же ничего не посадил. Она растет, но я не посадил. Ну ладно. Вот так, да, чик. И потом здесь также прокопаем. Хотя надо было прямо сейчас бы прокопать. Мне нужна пшеница. А, да, да, все правильно. А, мне земля нужна. Ну ладно. Так, сейчас посмотрим, что у нас здесь пока растет. Нам нужна земля по фасту. Давайте, наверное, сейчас бегаем за землей. Я жму 2 раза на бег. Надо будет поставить пометку, чтобы я нашел. Быстро находил деревья. Вон они. Кстати, много людей попросили выложить сборку. Сборка, говорю, хорошая, большая, модов много. Он почему-то пишет, что модов 28, хотя, по-моему, нет. А модов, по-моему, 16 стоит. И моды абсолютно не влияют на игру. То есть вам не становится легче играть. Нет, я против этого. Я считаю, что игра должна быть тяжелой и так далее. Я против легкой игры. Например, сруб деревьев, я не скажу, что это легкая игра. Согласитесь, это
приближение к реальности. То есть, если вы в реальной жизни срубите внизу дерево, оно развалится, то есть оно упадет. А здесь, по умолчанию, если мы срубим внизу, оно будет висеть в воздухе. Это не реальность. Это не реальность. Оп, оп. Так, сейчас по факту соберем. Нам нужна земля. Переселение, переселение. Пошла отсюда, мразь, дохни. Ой, все. Убили курицу. Из курицы выпадает перо. Перо нам нужно для стрел. Кстати, лук — великолепное оружие в этой игре. Я много раз убеждался, например, много, да, врагов, которым нельзя подойти вплотную. Например, мы видели голема, да, такого противного. Так, два раза вперед. Ой, пометку. Давайте поставим пометку. Ну, просто пригодится. Жмем М-ка. М английская. То есть, когда вы скачаете сборку... А, про сборку я вам говорил. Так, давайте лес тогда. Лес, труба, вагон. Так будет, лес, труба, вагон. Это секретное название. Я добавил? О, добавил. А свет-то какой убогий, матери боже. Зеленый свет в лесу. Не, давайте да, быстренько поменяем. Зеленый свет — это просто вообще ни о чем. Настройка. Редактировать. Так. О, вот такой какой-нибудь, да? Во, нормально, все отлично. Другое дело, let's go. Бежим. Бежим. Во, все, бежим. Так, нам нужно начать строить рельсы. Нам нужен металл для вагонетки. Оп, оп. Оп. Надо будет попробовать. Помните, сыпучие пески? Надо будет поэкспериментировать. Давайте попробуем сделать так. Будет ли он висеть... ну почему ты не висишь в воздухе, ну? Я вот думаю, как бы сделать так, например, если бы здесь существо умерло сверху, чтобы оно прошло сквозь блок и при этом снизу выпал лут. Можно поставить факел, на него сверху поставить блок, да, блок будет висеть на факеле. Но, по-моему, лут через факел не пройдет. Нифига у меня там дерево выросло, посмотрите только на это. Гибрид! Ну, опять же, я рассказывал и забыл про эту, про сборку. Я ее выложу обязательно, да, там на днях. Сначала я там сделаю сайт, я думаю, сделаю такой простенький сайт на Юказе. Ну, почему Юказ? Ну, бесплатный хостинг, да, мы все это знаем. Ну, а смысл делать свой какой-то отдельный хостинг покупать? Ну, ни малейшего смысла нету. Просто взять хостинг на Юказе, там сделаю сайтик, и там выложу полностью готовую сборку. То есть поставили и наслаждайтесь. На любой компьютер. Так, еда. Еда у нас готовая. Все у нас расфасовано. Вы видите, все абсолютно идеально. Хай-тек и все дела. Яблоки, кстати, видите, они восстанавливают мало, потому что их легко найти. При этом голод очень быстро потом тратится. Так, мы добыли землю. Давайте тогда мы сделаем следующее по фасту. Все-таки это наши грядки, да? Наши грядки. Но, кстати, здесь вообще нет животных. Здесь животных нет. Мы ж пустынен. В принципе, мне они не нужны нафиг. Они меня нафиг не усрались. Так. Теперь вот так. Вбок идем. Насколько я помню, да, вода сразу обливает, по-моему, 3-4 блока в ширину. А мы можем это проверить. Что гадай? Давайте я вам проверю. Проверю, чтобы вы знали точно. То есть, если он будет темнеть, на что он обливается? Здесь он точно будет обливаться. Давай. А, я же еще ничего не сделал. Подождите. Что ж я такой быстрый-то, а? Быстрый, резкий, нереально дерзкий. Так, let's go. Вот. Облей меня, пожалуйста. Облей меня. Это мне не надо. Вот это. Че, темнее? Давай. Ты должен потемнеть. Так, ну все. Для чего нам нужна костная мука? Чтобы быстренько выращивать. Оп. То есть, заметьте, мы выращиваем с двух штук, да? То есть, я потратил две костные муки. А если я так же сделаю на дерево, дерево вырастет сразу с одной. В чем логика? Сюда, на этот кустик обосранный, мы тратим две штуки. На дерево целое огромное, одну штуку. Ломаем и опять. Так, сажаем. Опа, и выращиваем. То есть я это делаю для того, чтобы, видите, появлялись новые саженцы, да, то есть, чтобы было больше их. А, что так мало выросло? Ну, все кончилось. Так, здесь у нас... Почему он не темнеет? Странно. Или он потом потемнеет? А, о, потемнел. Да, значит он, получается, темнеет, когда мы посадили. Все. Все, давайте не будем отвлекаться. Забыли про эту чушь. Так, у нас здесь все автоматизировано. Видите, все идеально. Можно поставить пару блоков. И надо что-то делать с шахтой нам. А, и железо. Что у нас железо? Мне находил железо.
Железо я находил. What the fuck, где мое железо? What the fuck? А, вот оно, три штуки, да? Это, конечно, не густо, не густо, не густо. Ведь мы можем приготовить еду. Стекла у нас уже много. О, у нас оружие еще готовится. А, да, нам нужно все вытащить, все эти тупые итемы. Нужно все сложить, сундуки. Как я обычно делаю? Мне вначале хватает 4 сундука, потом этого будет мало, конечно. И, в принципе, у нас еда будет мало места занимать, но ей будет выделен целый сундук. Это тоже нерационально. Но это потом можно будет исправить. Красиво выглядит дерево, очень нравится. Хотя это самый легкий такой вариант, да, найти дерево. Это очень красиво. Так, ну что ж. Сделаем так, здесь у нас будет еда, я уже говорил, да? Которую можно приготовить или сырая. То есть, или готовая, или сырая. Грубо говоря, так. Яйцо можно приготовить. Яйцо, яйцо. Давайте приготовим. Эй. Во. Хм. Эй. Подождите. Или просто надо сюда положить яйцо. Что, простите? Какого фига яйцо не жарится? Оно же всегда жарилось. Или я что-то протупил? Уголь. Ну ладно, чё, не хочешь, а хочешь. Почему? Я помню, что должно появляться яйцо готовое. А, если мы нажмем так? Или это уже не работает, странно. Я, наверное, убрал этот мод, да, видите? Тоже кто-то писал мне про мод, где там про написаны рецепты. Да, у меня этот мод стоит. С самого начала он стоит, вот, он показывает все рецепты на любой итем. Красный краситель, видите? Это вот новый мод, я говорю, помните? Редстоуны, да, там вообще такие можно технологии делать. Все, мы отвлекаемся, let's go. Так, здесь еда, которую можно приготовить, или уже готова, я сказал. Потом здесь у нас будут обычные итемы, то есть хлам. Здесь будут только кубики, да? То и всякие там блоки и так далее. То есть все, что у нас есть квадратное. Любое квадратное говно. Даже куб с водою. Это мы все забираем отсюда, потом обратно вернем. Так. Кубики. Вы, в принципе, можете также расфасовывать. Стекла это не кубики, мы не будем все рассылать. И да, все отлично. Так должно быть. Здесь будет только оружие. Только оружие, только инструменты и все, что нужно, не знаю, для этого дела. Например, лестницы, всякие разные факи, вот это все будет здесь. Ну, инструменты, грубо говоря, правильно, инструменты. Лестница это инструмент, у меня одна лестница целая. Так, топоры, все выбрасываем. Она прозрачна? А, да, это светло-серая стеклянная панель. Логично, да, серая панель и серая клетка. А, нет, не сюда, не сюда. Хотя это, в принципе, тоже блоки. Это блоки. Да, давайте мы это кинем. Это блоки, по факту. Это блоки. Ну, мы же не положим сюда в хлам. Окей, это уже мы положим в хлам. Я хочу сделать лук. Лук, 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 лук. Как нам делается лук, я не помню. О, поводок. Можно поймать лошадь. Я еще ни разу не играл с лошадью, но я знаю, что ее можно поймать. Нифига, три нитки надо. Не густо, не? Так, ладно, тогда в SGO собираем три нитки. Берем дубовые доски. Вот мы сейчас делаем палки из них. Они тоже это будут лежать у нас в инструментах. Так. Так, так, так. И три нитки. Ну, пускай будет так, потому что лук офигенная вещь. То есть нам что нужно? В первом слоте вот эта шляпа, потом вот это. Ну и вот это. Вот так. Вот так. И вот так. Ну все, полный арсенал. Можно идти, короче, нагибать, убивать. Можно воровать. Так, перо. О, так, нам же нужны еще стрелы. Как делать стрелы? Так, ладно, сейчас глянем, как делать стрелы. О, кремень у меня есть. У меня есть кремень. Так, ага. Тут получается сверху кремень, потом стебелек и перо. И все? И все? Так, что-то у меня столько мало. 10 стрел, они, наверное, пошутили. Это, наверное, юмор такой. Ну, что я сделаю? Ну, ладно. У меня еще где-то были стрелы, да, я находил. А, это они, наверное, есть. Да, я создал 8, а у меня было 2. Ну, короче, в жопу пошли.
Разработчики. Так. Все, выкидываем перо. Это сюда, сюда, сюда. Тупые блоки. Я уже ненавижу их. Реально ненавижу. Так, это мы выкидываем сюда. Сюда, сюда. Потому что это мы выкидываем сюда. Ну и все. Аш. Аш. Это выпало из зомби. Уголь. Мы можем из аша собрать уголь. Яйцо призывать. Мы можем призывать скелета. Ни разу не призывал. Раньше такого, когда я играл в Майнкрафт, давно. Раньше никогда не было такой фигни, призывать существа. Теперь есть. Я не знаю, зачем, какой смысл от этого. Просто, наверное, это юмор. Смешно, наверное. Так, ладно, это мы выкидываем. Все! Прошел целый день. Вы чуете, да? Фу, как время быстро пролетело. Ну, в принципе, мы многое сделали. Я сходил, срубил одно дерево. Ну, все, в принципе, и готово. Нет, мы создали наконец-то 4 ящика. Наконец-то мы прогрессируем. Дом потихонечку уже достраивается. У нас есть лук. У нас есть красивая модель героя, да, уникальная. Нас теперь боятся все существа на этой земле, на этой карте. Просто посмотрите на это чудо. Ну, про сборку сейчас говорю, что я... О, зомби пришел. Ага, кровать! Ну, чё же я не перенес кровать-то? Сдохни, чмо, уже. Засыпай. Что я выложу сборку обязательно. Окей, что у нас здесь есть? Давайте тогда сейчас срубим дерево и закончим над этим. На этом. Так, ну что ж, let's go. Где у нас топор? Топора у нас нет. Как ни странно. Let's go, let's go, let's go. Так, топор. Все, подбираем топор и пошлите убивать деревья по фасту. Блин, говно топор, ну ладно. Сейчас мы уже будем переходить на все каменное. Смотри, какая красота выросла. Какая красота. Можно прям дом там сделать. Не все растет, конечно, да, не все. Ну, такое бывает. Ну, ничего страшного, я думаю. И опять давайте сломаем в этом месте. Как долго? А, видите, она почему так долго ломает? Это я уже говорил, это из-за мода. То есть все честно. Если бы я как раньше ломал, я бы быстро бы сломал этот блок, потом другие блоки бы ломал. А здесь, видите, они все суммируются, поэтому долго идет. Долго, долго, долго. Сейчас, по идее, смотрите на мою прочность топора. Смотрите, видите, внизу, да, прочность зеленая. Сейчас я сломаю, что будет, смотрите. Или внизу, вон слева, 58 написано, да? Что сейчас будет после этой фигни? Я сломал топор. Ха-ха. Ну, видите, все честно. Все, топора у меня больше нету. Кончился это мой топор. Вот, так подбираем яблоки, еще саженцы. Не все вырастают, твари. Можно их подальше садить. А это что за говно растет? Параша тупая. Можно подальше, но я хочу, чтобы он реально такое большое дерево цельное. Но все равно мы собрали много. Нет, не много, а это один стак, это мало. Должно быть там хотя бы 3 стака. И все? И все? Да, вот надо еще с верхней части это рубить. Ну ладно, это уже другая история. Потом я тогда в бок еще подальше посажу. Так, стоп, подождите, я нашел цель. Я нашел цель этой жизни. Ну-ка, выпадай, мразь, давай, мразь. Да, видите, из-за того, что выросло такое дерьмо наверху, она не ломается. Хотя, если я эту фигню сломаю, она должна развалиться. Давайте сейчас глянем быстренько и закончим. Так, все, сейчас глянем и все. Чтобы быть уверенным, 100%. В следующем выпуске, да, но это будет завтра, выпуски будут ежедневно. Кстати, мы можем специально взять почти сломанный топор и пойти сломать дерево. И мы в любом случае потеряем топор, какой бы он ни был, целый, не целый. Ну давай, детка, я надеюсь, что ты все вместе развалится. Попробуем еще раз. Давай. Или мне придется по кусочкам ломать. Так, лук у нас есть. В принципе, уже надо идти в шахту, чтобы делать нагибе. Мы ж ходим, хотим. Нет, мы хочем. Или хотим. Ну, вы поняли, короче. Мы хотим, да, делать супер технологии 21 века. О! Ну, это другая история. Ладно, меня заставляют делать черную работу для черных. Белого человека заставляют делать черную работу. Придется ломать этот шмяк, который висит у нас в воздухе. Физика, физика и все дела. Ну, вы поняли. Так. О! Ну, прям идеально хватило, да? Ну, и яблоко.
Ладно, пускай висит, потом когда-нибудь мы вместе с вами сломаем, через выпусков 500, наверное. Когда нам будет нечего делать, мы сломаем эту шляпу. Блин, ну что за говно? Летающее дерево, это так нечестно. Ну все, всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, читаю все, что можно. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались на мой канал. У него черное чернило выпадает, я помню. То есть можно тоже блоки красить, по-моему, можно даже карандаши делать. Ой, да, карандаши? Нет, не карандаш, это типа ручка. Мое. Давайте поднимем. Ну и хватит. То есть я могу сделать, получается, 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь блоков темных умножить на 2. 16. То есть я могу сейчас сделать 16 черных блоков. А из них я могу сделать стеклянные панели. Это там вообще их много получится. Но это другая история. Все, всем пока. Спасибо за просмотр. Всем пока.